Терпение, взаимоуважение и любовь – рецептом семейного счастья с нами поделились жители Ангарского округа. Здесь состоялся форум для детей и родителей «Счастливая семья». Участники смогли посетить мастерские по робототехнике, стендовому моделированию, прикладному творчеству, изготовлению воздушных змеев и не только. Всего около 30 интерактивов. Как это поможет укрепить взаимопонимание в семье, узнавали мои коллеги. Написать картину, сделать подделку, собрать воздушного змея. И все это своими руками. Проявить творческие умения ангарчане смогли на форуме «Счастливая семья». Дети совместно с родителями выполняли задания по маршрутному листу, который состоял из 27 станций. На каждой из них участники собирали составляющие для семейного счастья. Такая форма, когда общение, грубо говоря, учреждений и населения, она очень эффективная. Когда люди в выходной день могут посетить разные учреждения, пообщаться с разными специалистами, задать свои какие-то вопросы, прийти именно не просто родителями, а вместе с семьей. Этот день ангарские семьи провели с пользой, получили положительные эмоции, новые знания и дополнительные умения. Например, познакомились с робототехникой. Детям и родителям рассказали секреты авиамоделирования и судостроения. Взамен ангарчане поделились рецептами крепкой и дружной семьи. Особых рецептов у нас нет. Но, наверное, самое главное – это как можно чаще, как можно искреннее говорить друг другу слова любви, заботиться друг о друге, проводить вместе время – это, наверное, единственный правильный рецепт. Ну, секретного-то, наверное, нет. Есть общее терпение, ежедневный труд, работа над собой, с детьми и, собственно, все. Ну, то есть банально все. Это очень много любви, взаимопонимания, уважения и теплоты. Это весь мой рецепт счастья. Родители получили педагогические и психологические консультации, побывали на занятиях, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей. Дети же смогли пообщаться со сверстниками, поиграли в развивающие игры и получили массу положительных эмоций. Главное, они провели время вместе. А это и есть секрет семейного счастья. Кристина Пермякова, Алексей Выборов. Местное время.